Огонь потушен, но работы еще ведутся. В Нововятске произошел пожар в автосервисе по адресу Советская, 159. Информация об этом поступила в Кировское управление МЧС сегодня около 12 часов дня. Оказалось, что возгорание произошло в котельной, которая находилась в здании склада. Территорию вокруг заволокло густым дымом. На место прибыли 8 пожарных расчетов. Им удалось потушить огонь. Сейчас в здании идет проливка кровли. Сколько еще будут работать на месте огнеборцы, неизвестно, отметили в пресс-службе МЧС. О причинах возгорания тоже пока говорить рано. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал, добавили специалисты.